Итак, друзья, добрый день, я вас приветствую. Это я, Усатая Бубна. Вот, друзья, приветствую, с вами Усатая Бубна. И сегодня мы будем смотреть, собственно, игру нереального профессионального игрока, который у меня оказался в друзьях каким-то чудом. Это, собственно, вот это вот он. И будем разбирать сегодня ошибки на рейтинге, внимание. 1063 ранг, это 8к ПТС, наверное, где-то. Где-то 8к. Вот, и, собственно, посмотрим, что вообще здесь люди делают, что они здесь не делают. Формат этот, ну, рубрика эта, она уже была на моем канале, но вот я решил сделать в лайв режиме вот такого, собственно, показать свои усы пиздатые, да. Давайте-ка я перееду, чтобы вам было видно, наверное, вот так вот я сделаю. Перееду наверх. Вот, также можете посмотреть мои игры, я стримлю периодически, практически каждый день. Начинается драка, и посмотрим, что вообще происходит. Ну, трахают зомби. Зомби здесь отъезжают, здесь он не уходит. Посмотрим варда. Вот такие вот, ну, дефолтный вард. Вот это вот не дефолтный, кстати, это очень модный вард. Его очень трудно заметить. В скобочках нет. Ну, дамы и господа, 8к. Наш мальчик играет на четверке. Против него, получается, стоит мипарь на легкой и, собственно, Бэйн. Давайте традиционно глянем, значит, ранги. 907 ранг мипа, 2460. Это Вайпер. Там тоже отъехал, зомби еще раз отъехал. Зевс, 2050 ранг. Ангелина, значит, 1800. 1300 Бэйн. 990 это... Да что происходит? Войд, значит, да, бомж 2500, 1900 у нас инвокер, 1400 красная шапочка и 1000-ный ранг имеет наш мальчик на теке. Инвокер каким-то образом забрал Зевса, я проебал этот момент, но я думаю, что ничего страшного. Я думаю, игра будет интересная, потому что это хай ранги, хай ПТС, 8к, дамы и господа, я даже на 8к как бы не сижу, я сижу на бутылке. И здесь, наверное, ошибается... А кто нахуй? Зевс ошибается? А у Зевса нету просвета. Ну, линия слабая, на самом деле, у... Вот здесь вот, на топе. Бомж и Войд, ну, не знаю, такое себе. Хотя опасно играет сейчас Вокер, его могут потрогать. И ошибка была первая, это Вард, наверное, Вард. Подошел Войд поближе за крипа, прячься, и, скорее всего, он не умирает, да, но его наказывают, у него нету танга. Он без ресурсов. Но здесь ошибается Ангелина. И тот самый зомби, кто пиздел, прогоняет Тускара. Темповая игра, игра на темпе. И здесь миди тоже. А, смотрите, сейчас идет на Текиса на нашего атака. Что будет делать Текис? Он отходит. Если он, кстати, может погибнуть. Очень темпа много. Мало ошибок, много темпа. Но мы постараемся доебаться, постараемся найти... Хотя кто такой, чтобы 8к судить правильно? Тусатая Бубна, знаете, она как бы, ну, пиздит что-то там, да, вот там Буб потеряли, кстати. Пиздит что-то там вот это. Пока два брейсера покупает, вот красная шапочка на винге и... Ой, на винге, на виндрайнер, извиняюсь. И здесь был ганг, Зевса убили, бля, я не успеваю. Давайте отмотаем, я не успеваю реально просто. Просто не успеваю, ой. Обратите внимание, Тэчес купил брейсер, что вообще нетипично на четверку, потому что, ну, а нахуя, казалось бы, брейсер покупать. Зевс здесь загуливает. ТП сразу дает Тэчес, видит это Зевс. И здесь его поднимают ветра, и это, скорее всего, будет килл, да, этот момент. Бам-бум, ну, собственно, все, сработала четверка нереально красиво, была ошибка от Зевса, он не должен был загуливать вот сюда, он, скорее всего, за руной пошел, но здесь его, собственно, инвокер-то и трахнул, вот, и, кстати, видите, смотрите, вард ставится хороший и забирается два варда, это тоже ошибка была от мидера, я бы сюда куда-нибудь вард воткнул бы, вот сюда вот, ну, либо вот сюда вот еще ставят вард, блять, вот так вот. Верка себя чувствует нормально, у нее два брейсера, ее здесь не убить. Хотя, кстати, может быть и убить. Тут сильная достаточно линия мип плюс Бэйн. На топе бомж дерется с Тускаром. В этот момент Войд вообще, у него 9 крипов. У Войда вообще все в говне. По сравнению, например, с мипа, да, у мипа 21 крипчик. Давайте посмотрим крипов, сколько у кого. Да, здесь как бы... Ой-ой-ой, бомжара закрыли. И здесь Войда могут трахнуть, Войда трахают, ставится тамба. Но здесь прилетает мипа. А мипа прилетает, откуда, блядь?
Заплевал. Ебать, на тоненького. Нет, Вайпер не отпускает. Вайпер тройка, это жесткий чел. Здесь ошибка была от Войда, что он первый потратил. И здесь, собственно, сфидел. Это была ошибка его. Ключевую кнопку нельзя так бездарно тратить. Это, ну, недопустимо. Тем временем ВР-ка тебя чувствует очень хорошо. У него 24 крипа, она не отстает от инвокера, который на миде, между прочим, у него тоже 24-25 крипов. Вот, но по лидирующим всем параметрам идет мипа. Ну, кто бы сомневался, как бы мипа это пылесос на карте Доки 2. Так, сейчас, секундочку, здесь атака идет на Ангелину, Ангелина выживает. Ой, ветрами промазал. Общую ценность включим, ну, видим, что тройка Вайпер вообще имеет бешеный нетворс. Но от него не отстает девочка ВР-очка, как бы это ни странно было бы. Хотя, казалось бы, она особо-то линию не выиграла. Кстати, наш мальчик сейчас отъедет, скорее всего. Два саппорта сейчас его трахнуть могут. Да, так оно и есть. Здесь инвокер тоже может отъезжать. Он забирает с собой... Ой-ой-ой! Слип в бо... Блядь! Так сейчас заруинил чел нереально. Он, короче, слип. Дал, когда давал Зевс Болт. Если бы Зевс Болтом попал бы, может быть, даже они бы и забрали инвокера. Вот, а сейчас бы зомби как бы здесь не разложил бы двоих. Он ставит тамбу, сразу фокус по тамбе, обратите внимание, блядь. Сразу забирается тамба. Но здесь Зевс, кстати, очень больно Зевсу, но он выживает, мне кажется, здесь. А, тут вот сейчас ему булавой попал. Нет? Это вообще ебань нереальная происходит. Забрали зомби, забрали сейчас Войд, Зев живет, забирают Течеса. Течес, тут вообще какой-то секс происходит, Вайпера бьют. Какая же темповая игра, обратите внимание, 7-я минута. Уже, блядь, дохера киллов. И здесь Войд идет дальше, но это ошибка. У него лотус есть. Сейчас инвокера могут ебнуть, а есть вижен инвокера? Есть вижен инвокер, но рано его ставят. И даст. Даст есть у Туска. Должны забирать здесь инвокера. Блочит, смотрите, как нереально профессионально. Высосал Бейн и забрал Зев с ультой. Пока, ну, есть ошибки, микро ошибки, но пока доебаться прям вот, прям доебаться нахуй, не до чего. Очень туповая игра, то есть 15 уже киллов на карте, 7 минута. Все живенько, быстренько. Обратите внимание, стики покупает бомжара. Стики Бейн купил, то есть... Предметы, Туск, Зевс, Вайпер, то есть все купили стики, никто их не игнорирует, как на лоу рангах. Заплевывают просто Войда Вайпер и не оставляют никаких шансов ему. И общая ценность, кстати, обратите внимание, ВР-ка, она перефермила мидера вражеского и вражеского Вайпера, но не намного. Помазал там скиллами, но это не будем, да, смеяться над этим. Сейчас идет выход на Войда, и обратите внимание, в него плюют, он отпрыгивает, ставится тамба за тавер грамотная. Фокус по тамбе не делается, ставится купол, и тут надо будет убегать, его сейчас просто убьют. В комок приглашает Тускар, и забирают они вражеского керри ценой с обоих героев. Ну, слушайте, ну, наверное, нам того не стоило. Хотя здесь было 4 ТП, они стянули наверх бомжей, но всех. Тут идет ВР-очка, вражеская троечка. Они хотят Бейна, да, потрогать? Да-да-да, они Бейна трогать сейчас будут. Ну, Бейн здесь не уходит. Слушайте, ну, бля, опять заруинил. А, нет, это сон был, сори. Короче, блядь, идет ёбка лютая просто от команды Dire. Очень чувствуют хорошо темп. Ну, а в принципе, Reddian там некуда торопиться. У них игрок вот под ником 6 играет на мипа, и ему как бы похуй. Reddian это понимает. У заплёвов идет в бомжа, ставится EMP, в комок доджит, боже мой. Блядь, ну это просто пиздец. Ну реально, ну то есть это красиво, очень красиво. Инвокер забежал в залупу, это ошибка. Досты сразу же два порошка разбиваются, с собой есть всегда у саппортов чудо-порошок в компьютерной игре и убивают инвокера. Бля, я не знаю, ну не доебаться, ну просто нахуй, гайд. Обратите внимание, какой вижен стоит еще. То есть это не стандартный вижен. Это заметочку, блядь, с саппортом нахуй. Понимаете? Фермит крипочков мипы, и команда Reddian понимает, что как бы за ними преимущество в лейт игре. Почему? Потому что, ну не факт, но... Потому что там Void есть все-таки. Void, да, это такая машина, блядь, но у него 3500 нетворса. Как бы го-го, блядь, в полной пизде по крипам.
и по нетворку в том числе. Здесь, смотрите, инвокер в инвизе гуляет. Хочет потрогать загузло, блядь. Опа, спалился, все. Заплев идет от вайпера. Вайпер очень толстый, прочно его не пробить. Комок идет в тускара. Тускара влетает. Здесь идет ёбка нереальная от саппортов. И здесь погибает вайпер. Да, ну и как бы здесь Войт-то не погиб. Войт здесь погибает, и здесь просто разваливается команда Дайр. Была ошибка, нельзя было так далеко заходить и драться. Тут тавер, и здесь, ну, они ТП все сделают. Инвокер забатил на хуйню просто команду свою. Тем временем, кстати, тройка не дерется, она фермит, у нее ТП в КД. Ну, не могу сказать, что это ошибка, но... Бля, игра интересная на самом деле, начиная от вижена, то есть какие вижены здесь стоят, да? Вот, и заканчивая тем, что вообще здесь происходит. Собирается диффуза на мипа. В предыдущем ролике говорил, что на хайрангах не пикаются эти блядские герои, но, как оказалось, пикаются достаточно редко, их можно легко закрыть. Ну, я про нитка, конечно, делаю видос, здесь легкая мипа. Вот, здесь связывает вайпера, идет заблев в девочку, но здесь вайпер живет, какой же он прочный, блядь, его просто не пробить. Сколько в него кнопок было отдано, и здесь тускар, конечно же, отъезжает, он здесь ничего не сделает. Конечно, может в комочек себя пригласить, но он... Да, приглашает в комок, но и он сейчас отъедет. Прожимает стики, кстати. Обратите внимание, 12-я минута, а уже 20 фрагов, блядь. Сразу делает сперсер на мипа. Прошок всегда есть против инвокера, 2 варда, вижен есть. То есть это ключевые такие моменты, да? Давайте по саппортам посмотрим, что у нашего мальчика. Наш мальчик минирует, варды есть, но это ошибка на самом деле. Потому что, ну, обсерв с собой носить, это как бы, ну, зашкварно, блядь, немножечко. Девочка фармит с двумя брайсерами и молниями. Идет выход от мипа на бомжа. Ой-ой-ой, он не бьет тамбу, это может плохо закончиться. Но здесь, влетая в лед, идет, засасывает девочку. Торнадо хорошая. Сейчас мипа как бы не отъехал, девочка улетает в таверну, ставится купол. И наш мальчик, блядь, как же он застрял. Ой, как же сейчас подруинил немного купол. И это была ошибка, дамы и господа. Он не увидел, что прыгает Т сейчас, блядь. Он бы сейчас там всех засалил бы, и если бы поставился купол бы на голову всем, то бомжи бы отъехали. Но бомжи не отъехали, потому что заруинил чел на войде с рангом 990. Вижен, то есть два смока. Вижен есть. Бля, ну, саппорты отыгрывают более чем нормально. Вижен тоже стоит. То есть по вижену тоже как бы, ну, вроде бы и не доебаться нам. Здесь вижен, тут вижен. Здесь варды стоят. Обновили варды. Здесь стоят. То есть тут стоит. Все у всех стоит, блядь. Обратите внимание, сейчас Войд понимает, что он в говне, но он не покупил руку Мидаса. Это очень, наверное, я думаю, плохо. Я бы взял бы, на самом деле, для ускоренного... фарма для ГПМ и XPM. Ну вот смотрите, бомжара вылез из телепорта, чудовище это. Блин, я не знаю, типа, ну, здесь по сути, а вот здесь вот рука, видите, фармится, рука Мидаса. Но после пропрыженной урны, чтобы вражеские герои не хилились. Блин, тем временем берет туск на четверке, он же четверкой был, по-моему, да? Да. Быстрый блинк, реально быстрый, здесь... Саппорты очень хорошо отыгрывают. Хотя у Туска 4К нетворса, здесь видит бомжа, и, скорее всего, сейчас на него ёбну. Да, здесь Зевс. А здесь ТП, кстати, делается. Ой-ой-ой, болт. Здесь тамба ставится, гример уже есть. Инвокер подставляется под заблев. Туск в комок себя пригласил. Здесь инвокер может отъехать, его слипит хорошо. Ульту дает. Ой-ой-ой, Тэчес влетает, и здесь... Метеорит на голову, боже мой. Ну, не, ну, бля, я не могу это комментировать. Это жестко. Тамбу не добили, из-за этого очень много она внесла урона. И здесь уворачивается мипа. Идут, прессингуют. Просто зомби ничего не боится. Его сейчас ёбнут за это, кстати. Сейчас ульта будет от Зевса. И не будет. Кстати, мог бы убить твоих персонажей. Тем временем Войд фармит. Он фармит, кстати, молнии. Он не стал делать... Ой-ой-ой, туск влетает в девочку. И девочка сейчас просто погибнет. Бля, мне кажется, Бейн своим сном просто руинит. Но чел вообще не в тайминг ставится. Здесь купол. И здесь идет жесткая ебань. Умирает Зевс, умирает Войд. Опять же, ну...
первый скилл не прожал, ошибка. Войт очень плохо отыгрывает. Здесь Вайпер мега жирный, расплевывает, заблевывает. Не, Вайпер тройка, это какая-то нереальная мета, кстати. Дамы и господа, ну смотрите, что он делает, он просто уничтожает. Девочка тоже отъезжает. Табу надо убить. Тамба очень много урона наносит. И здесь погибает ультраубийство Вайпер. Господи, боже мой, сколько экшена. Я не успеваю в своей голове все это проанализировать, потому что очень много. Глиммер Кейп собирает наш мальчик. И здесь будет сейчас атака на Атускара на Течеса. Да, сейчас перепрыгивает. Ой-ой-ой-ой. Не, Войду вообще нельзя драться, как бы, то есть, ну, на мой взгляд, если ты в говне, вообще в лютой жопе, то так нельзя бездарно умирать. То есть, казалось бы, ты хороший мув делаешь тем, что ты помогаешь своей команде, летишь в мета, ведь хрона, но ты в жопе, у тебя нетворс, как у крипа. Хотя у инвокера не очень большой нетворс, но они там насосали достаточное количество у Радианта, достаточное количество пенисов. Здесь выход идет на Вокера. А как они его видели, что ли? Здесь вижу, ножа нету. Здесь Вокер отъезжает. Здесь вообще шансов просто никаких нету, блядь. Не, ну, очень темповая игра. Вот я про что и говорю. Здесь, на этих рангах, нереальный темп происходит. И здесь очень лютые, многоминутные драки происходят. Очень сложно успеть за всем. Но сейчас вот взяли паузу одни и другие. Все-таки Radiant, точнее Дайра, поняли, что им надо пофармить. Потому что, ну, они не справляются 5 на 5. Не могут драться. Здесь заминировал все. Я сейчас вижу на хороший. Вообще ничего не доебаться. Но мип сейчас огоним вообще соберет. И будет нереальной машиной, блядь. 7к хп. Вот. А здесь, в принципе, тоже. Войт это такая достаточно весомая угроза. Но если мип успеет нажать огонимный свой спел, то, мне кажется, Войт его в куполе не пробьет. Нападение на Течеса идет. Течес не спасается. Кто пиздел, но да. Погибает Течес. Атака идет на... Ой-ой-ой-ой-ой. Погибает Вайпер. Вот. Свет у меня включился. Здесь идет, значит, атака на девочку. Она тоже погибает. И здесь просто сжирает всех мипа. Ну, про что я и говорил, да. Мипа здесь просто выебал всех. Клацают на Войда. А что Войд сделает? У него, блин, нихера нет. У него 10к на Творса. Даже, я бы сказал, 9к. По факту. И как бы, ну, непонятно, что здесь делать Дайером. Ну, точнее, вернее, понятно. Ой-ой-ой. Все. Приехал. Да, ульта. И все. И мальчик отъехал. Надо сейчас ошибка. Нельзя заходить. Здесь нету вижен. Точнее, он здесь есть вижен, но... Понятно, что здесь кто-то будет стоять. Так, Ганим есть у мипа. Блин, ну немного инвокер просел по нетворсу, он не убивает, он что-то фармит, но мы знаем, что инвокер-то не тот чел, который может фармить. Заслипили девочку, сейчас будет атака на нее, но здесь уже Войд подходит, и девочка сейчас, походу, может погибнуть. И ставится купол, на Войда сразу идет, от Войда хроносфера идет на Вайпера, влетают в... Ну, куда ты первый скилл? Ну, ладно, хорошо, нормально. Атака, в общем, тут Дайра расклеиваются полностью. Но тут уже не остановить Радиана, потому что уже Мипа со своим аганимом, ему вообще похуй просто. Да, Войда поймали, но это провал, это фейл. Ну, там линия сильная, Вайпер плюс пуск... Единение в щитах там какое-то. Ой-ой-ой. Блядь, ну... Ну как ты? Ой. Ошибка. Вот это была ошибка. Тут уже тильт поймал, мне кажется, наш мальчик на Течесе. Просто поймал тильт. Атака на ВР-ку. ВР-ка загуляла. В нее сейчас влетают Радианты и... Ну как загуляла? Здесь как бы ее территория, но ей пизды дали. Ну все, да, это ГГ. Мне кажется, здесь единственный шанс это зачилиться командой Дайр, грамотно поставить вижен и не ходить куда не надо. То есть тут он уже курьера убивают. А зачилиться и грамотно сидеть, то есть не вылезать, фермить, фермить, фермить. Хотя вот с таким мипа, который на 20-й минуте 16 тысяч натворца, я хуй знаю, что с ним делать. Он сейчас просто запушит линию и глиф, здесь кто-то нажал, непонятно кто, но это какой-то был ублюдок, который, очевидно, заруинил просто. Обвиняют Бэйна в волхаке или в читах. Ну, тут уже инвокера убивают за Т3, ну, блин. Вот так вот, дамы и господа, за 20 минут
на хай-рангах вот люди играют. Обратите внимание, вижены какие, да, стоят до сих пор. Здесь вот какой вижен. Здесь вот вижены какие. То есть очень грамотно. Опять Тэтчис летит, сейчас его ёбнут здесь. Ставится купол неплохой. Войд с БКБ. Связочка охуетительная. Вгрызается ВРК в змеюку, но ВРК очень плохо, она погибает здесь. Нет, ее отлечивают, но умирает бомжара. Сейчас еще и ВРК умрет. Да, здесь вот развал получился. Нет, если бы был здесь там инвокер, он ФК, кстати, по-моему, встал, да? То, может быть, что-то бы и случилось. Зевс собрался в урон. Мемная вот эта вот ручка. Что тут можно сказать? Мипарь — это герой, которого надо просто ксануть очень жестко, потому что он наравне с аркварденами, наравне с теми этими ублюдками. Если хотите побеждать, берете в мид мипа или в керри и, собственно, его трахаете, из-за него трахаете. Аркварден, мипа. Вот. Лиса, кстати, убили. Сейчас могут еще и змея убить, но маловероятно, потому что здесь уже мальчик на мипа приехал и... Обоссали они тут всех. Грамотно они все башенки за это самое забрали. И вот эту башенку. И никто не идет вот сюда удраться куда-то нахуй. За Т-10, блядь. Только после сноса всех сторон. Скорее всего, они еще могут на Рошана пойти. Ну, маловероятно, но... Ой-ой-ой, выкинули девочку. Змеюка дал ульту Войда. И Войд просто погибает. Даже хрону не поставил. Нет, Войд здесь просто кусок говна. А, мип спрятался таким образом, я понял. Ну, мип чуть ебальник не оторвался, кстати. Вот. Ну, здесь, да, уже унижение идет за троном. Грамотно завоевали территорию команда Radiant. Грамотные делали ганги. Грамотный вардинг был, то есть Vision всегда информацию давал. Сейчас отъедет Тэтчис. Ну, уже все, уже, блядь. Можно не играть. Вот, и что хочется сказать. Грамотно лейнинг проходил. То есть не давалась возможность фармить Войду, от чего у него просто рот в говне. То есть его по факту переформили, переформил мипа. Ну и, собственно, это просто изи вин за 27 минут. Так что так вот, друзья. Я думаю, что я вам рассказал и показал, что такое игры 8К людей, 8К челиков. Следующий, наверное, будет ролик про властелинов-пластелинов. Не знаю, почему-то я перепрыгнул бомжестой пластелин, но ну, мне как-то похуй. Короче, подводим итоги. Вардинг охуенный. Первое. Второе. Позиционка, эти всякие, блять, моменты с гангами, сейф-гангами, то есть все это было, мы это увидели, это второй охуенный момент. Третий момент — это то, что люди правильно стрейвятся, двигаются, то есть все делают грамотно, не доебаться. Ну, за исключением некоторых моментов, но о них попозже. Ну и четвертое — это то, что выбор героев, мы могли, ну, видеть, что не совсем, как бы, герои... Не, ну метовый, ладно, ну Тэтчис только вот говна кусок, ну а так, в принципе, неплохо. Вот, ну и в-пятых, наверное, это то, что правильные предметы, шмотки были очень грамотные, очень правильные, подобраны. Какие были косяки? Здесь чисто такие моменты были, что Войд первый скилл тратил и умирал по КД. Лейн Войд бомжара — это слабый лейн, то есть два милишника на линии против Вайпера и Тускара. Ну, естественно, там Войду очень будет тяжело, потому что идет заплев, и как бы и хуй ты с этим что-то сделаешь. Вроде бы и все. То есть, ну, просто чисто на скилле челиков просто перетрахали. Так мне понравилась игра, высокий темп, высокая концентрация, высокое понимание микро-макро игры. Соответственно, этого не видно ни на бомжествах, ни на властелинах, ни на героях. То есть даже на 6К такого можно и не встретить. Мой вердикт — заебумба. Поэтому всего хорошего, до новых встреч, друзья. Салам алейкум.